Здравствуйте. Извините, я вас напугал? Да, напугали. А что вы пишете? Я не пишу. Я перепечатываю. Значит, мы с вами занимаемся одним делом. А вы что, тоже печатаете? Нет, я просто когда-то очень давно работал в мастерской по ремонту пишущих машин. Ой, вы знаете, у меня вот эта штука, вот я когда поднимаю, то все в порядке. А если опускаю, то ленточка иногда влезает, и мне каждый раз приходится ее поправлять. Ну-ка, дайте я посмотрю. Знаете, у вас вот это вот, вот посмотрите сюда, видите, у вас вот эта деталь, вот этот штифтик. Да. Он у вас поломался, его нужно менять. Да. Но это старые детали, таких уже не выпускают. Ну и что ж теперь делать? Ну, тут уж ничего не сделаешь. Она у вас развалится скоро. Да, это очень старая машинка. Это еще машинка моей мамы. Новую нужно покупать. Ну, я привыкла. Не знаю, смогу ли я на новой. Тогда нужно менять профессию. Вы можете что-нибудь еще делать? Нет. Плохо. Вы что, серьезно поверили, что ли? Я пошутил, я ничего не понимаю в машинках. Совершенно. Ой.